Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин 4 точки, профессиональный эксперт в области шин и колесных дисков. Я Андрей Назаров и мой коллега Владимир Вавилов расскажем сегодня о зимней нешипованной шине Dunlop Winter Response. Данная модель предназначена для большого количества легковых автомобилей среднего и малого класса. Она обладает асимметричным рисунком, наружная часть с массивными блоками отвечает за устойчивость на виражах, а внутренняя часть отвечает за сцепление, а также за тягу и курсовую устойчивость. Большое количество ламелей, которыми изрезаны оптимизированные блоки протектора этой модели, образует множество зацепляющих кромок, благодаря которому шина эффективно тормозит и разгоняется на скользких обледенелых поверхностях и на плотно накатанном снегу. Центральное ребро состоит из двух типов блоков. Это неразъемное и также состоящее из неправильной геометрической формы блоков, которые позволяют улучшить тягу на заснеженных покрытиях. Неразъемное ребро позволяет улучшить сцепление на сухих покрытиях за счет того, что является точкой опоры и непосредственно осуществляет сцепление с дорожным покрытием. Конечно же, родной стихией для этой модели являются чищенные асфальтированные зимние дороги, что делает использование этой модели в условиях города наиболее комфортным, безопасным и уверенным. И все-таки, несмотря на это, глубокий рисунок позволяет шине работать и на заснеженных покрытиях, потому что мы говорили и о ламелях, и о неправильной форме блоков, которые способствуют образованию тяги именно в зимних условиях. И, конечно, стоит отметить очень высокий уровень комфорта, который обеспечивает эта шина, и низкий уровень шума, который она издает при движении. Резиновая смесь, адаптированная к низким температурам, сохраняет свою эластичность и тем самым улучшает сцепление. Зимняя фрикционная шина Dunlop SP Winter Response является отличным предложением для автолюбителей, которые большую часть зимнего периода проводят в городе. Если вы хотите узнать больше информации о шинах, подписывайтесь на наш канал в YouTube.